Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон, вы находитесь на канале Крокодил Плей. И мы с вами продолжаем играть в игрушку под названием And Yet It Moves. Наш перевернутый мир. Так, мышку уводим. Так, ага. Вспомнил, на что вертеться, вспомнил, на что ходить. Так, и значит мы сразу начинаем под проливным дождем. Хорошо. А, дождь что-то прикольно, смотрите, капли такие. Воу-воу-воу, еще и молнии. Дождь, короче, это заворачивает сразу капли. Вот смотрите, прыгаю сейчас и... Опа! Такая красота, да? А, здесь не надо было прыгать, понял. Давай, падаем. Что это такое? Что это такое было? У вас еще шатается все. Офигеть. Так, а что, куда идти-то? Это змея, похоже, была, да? То есть, значит, можно ожидать сейчас чего-то очень нехорошего. А что у нас позеленел? А, она меня, видимо, укусила, короче, ядом заразила, что ли, да? Офигеть. Серьезно, что ли? Ну, прыгай, прыгай. Ну, прыгай. Ну, давай так. Блин, зеленеем и зеленеем. Так, 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 так. Чек, 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 чек. Добежали до чекпоинта. Мы все еще зеленые. Да, это странно, странно. Это очень странно. О, сейчас, похоже, все, умрем. До следующего чекпоинта нам, по-моему, не добежать. Это что это такое? За чудеса? Дышащий камень? Так, отлично, добежали до следующего. До следующего чекпоинта добежали. Как-то вообще, короче, все становится запутанно и запутаннее и запутаннее. Понял. Понял, хорошо. Так, а тут куда? Надо было подольше подождать, да? Хорошо. И в черноту выкинула прям. Катапульта, блин. Давай, давай, давай. Давай подождем. На заднем-то фоне такое прикольное дерево, да? Злое, злое. Прям злее это не бывает. Так, хорошо, не разбились. Опять дышащие камни какие-то. О, а глаза-то за нами наблюдают. Думаю, вам видно. Так, а тут что? Вот дела. Вот это прикольно. Ну прыгай. Так, а тут что? А, то есть и тут вот чернота, да? В нее тоже нельзя наступать, получается. На верочку просто пробежались. Отлично. Так, а там что? А там огонь еще, да? Ну что-то прям все, все и разом. Ну-ка. Или это не огонь? Не понял я. Да вроде как огонь. Ладно, побежали сквозь эти штуки. Зажало. Так. Да ты недалеко ж прыгнул, что ты разбился-то? Парень. Ай-яй-яй, комарик, комарик. Фу-фу-фу-фу, фукыш. Ну, хорошо, давай-то. О, дождь будто бы успокаивается. Да, действительно успокаивается. О, а мы это болит перестали. А, мы же умерли.
А это что еще такое? А вы мне мешаете вообще или нет? Промазал. Так. Так ты же не шевелилась вроде только что. Да ты издеваешься? Да блин. Да, ты вообще какая плохая штука. Ну-ка. Эй, запутался. Ладно, не разбился, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Вообще не прикольное дерево-то, слушай, ребята, а? Кыш меня. Ты же зажмешь сейчас, да, меня? Ты же в первый раз нормально шли, надо было продолжать. А сейчас что-то не прет. Давай попробуем. Бум? Да, бум. Вообще это что-то не прикольно так. Так, хорошо. Хорошо. Так, осторожно. Чуть-чуть осталось. Вообще классно, проскочили в итоге. Стой, дальше что-то еще есть? О, нет, не хочу туда. Туда я точно не хочу. Блин, прошли, зачетно. Прям зачетно. Как обычно, короче. Каждый уровень что-то новое. Ну опять с глазами, она сейчас шевелиться будет опять. Оу! Ничего себе ты, какое дерево злое. Обломчик тебе, обломчик. Ты со мной не справишься. Эй-яй-яй-яй-яй. Это что это у нас, вакуум что ли? Ну-ка лети нафиг отсюда. Бум тебя. Туда улетай. Так, это что? Пу-пу-пу, обкакаться ж можно. А, понял. Ай-яй-яй, зацепился. За пустоту. Так. Повезло. Я думал, она обратно еще полетит. А она не полетела, это хорошо. Как красочный мир. И чё? И? Ну пропадешь ты или нет? Чё сделать-то с тобой надо? Эй, ну? Ага, вот так вот надо было пробежать. Блин, это, короче, уже вообще не здорово. Чекпоинт. Отлично, главное, чек взяли. Так. А, ты провалишься вертикально. А можно счетырить, короче, упасть туда просто. Вот, лети. Нет, не получилось четырить. Не зачекпоинились. Так, значит. Вот так. Хорошо.
Чуть-чуть ведь, не допрыгнули. Совсем чуть-чуть с вами не допрыгнули. С легонцухи прям. Ать. Прям оставалось-то. Ёлки-палки. Давай прыжок. Опа, опа, долетели, хорошо. Тырын-тырын, что это такое было? А, вниз нам надо? Да как попасть-то в тебя? А, вот так вот. Отлично. Ага, вот так вертикально. Короче, теперь уже полностью нужно использовать вертикальные вещи. Ну, то есть, вот такие вот. Полная вертикальная смена мира. Теперь они нам уже пригодятся. Судя по всему, по полной пригодятся причем. Так, тут вроде ничего нет такого опасного, да? А, была веточка, хорошо. Это что за психоделия вообще такая? Да охренеть, я, короче, я просто в каждой серии все больше и больше охреневаю над этой игрушкой. Ёчумен-то рандом. Так ты, вот чё ты не допрыгнул-то? Бум. Рассыпался, блин. Ну давай попробуем еще раз. Давай-давай-давай. Хорошо. Отлично. Вот это жесть. Эй-тири-пы-пы-пы-пы. Дела. Зацепили. Прям дыхание, короче, замирает, и говорить ничего не хочется, потому что сикотно. Разбились опять. Да почему? С такого же расстояния падаем и не разбиваемся, а тут так разбиваемся. Непонятно. Ладно, пошли. А, вот что надо было сделать-то. Значит, надо перейти туда по-быстренькому, на ту сторону. Вот сюда вот. Да почему ты там не держишься-то, а? Мужчина? В самом расцвете сил, блин. Разбились. Вообще промазали. Да, вот это вот. Вот это вот, да, вот это вот уровень. Не, ну пока что бамбук все равно был сложнее, чем вот это вот.
Бук все-таки доставлял больше трудностей. Эй, не-не-не, разбились. О, не разбился, классно. Классно, повезло. Вот я и говорю, что иногда падаешь с большей высоты и не разбиваешься. Вью. Классно. На удачу, короче, сегодня такое все проходится. Не, ну, конечно, несомненно, иногда нужно подумать, но в основном все на удачку, так, на удачку. Пробегаем, пробегаем. Сейчас, наверное, сглажу. Опять. Я не хочу. Я серьезно не хочу. Эй-ей-ей-ей-ей, давай чекпоинт, не попали. Чё-то там прям вообще много всего. А, дальше просто вниз, понял. Так, зачекались. Ну я понял, что налево. Не чеши мне спину, зачем ты чешешь мне спину? Надо быстрее соображать. Не настолько быстро же. Зачем прыгаешь-то, когда не надо? Для чего? Уху-ху. Вот это проскочили. Ничего себе вы какие, а? Вообще дурные. В смысле, это еще не конец уровня? Не понял. А что надо-то? Мне надо совместить, что ли, нас? Ну давай совместим. Промазал. Так. И чё? Ну в смысле ты улетел-то? А чё надо-то? Местами вас поменять, что ли? Вы издеваетесь? Охренеть, вот это да. Офигеть просто, а. Чудеса. Из уровня в уровень все интереснее и интереснее. Все больше загадок, головоломок и, ну, прикольно, короче. Как всегда, очень прикольно. Так, прошли второй из трех сегодняшних уровней. Остался один. Подожди, еще и мир крутится, да? Да вы что, издеваетесь? Это вообще не смешно. Там что-то, по-моему, катилось, да, летело, там шары какие-то еще. Да в смысле ты пролетел тут совсем чуть-чуть? Там реально мячик катается. А как тут? Не понял, что-то сейчас я. Ждать, пока перевернет нас, что ли? О! И что придумали-то?
Ага, и вот там вот уже шар катается. Который нас, судя по всему, может убить, да? Или он там нам что-то это... Просто сразу. Давай, 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 давай. Отлично. Так. А теперь еще нужно выйти туда, вот наружу. Ну а ладно, я там увидел чекпоинт один, хорошо. Второй чекпоинт я увидел. Дальше что? Все чекпоинты нужно пройти, что ли? Ну давай. Давай в обратную сторону пойдем. Направо нам показывает, да? Ну хорошо. Вот это чудные уровни, конечно, да. Я так понял, здесь должно быть 4 чекпоинта, и после этого нас куда-нибудь отправят, да? А, не, вон есть какой-то выход. Опять музыкой заиграла. Это что, по этим нужно бегать, да? А, скатился, промазал. Вот это жесть. Бах. Еще, как обычно, третий уровень самый сложный. Так. Так, нашел лазеечку, да, какую-то? А с нее дальше куда? А я не вижу. Куда? А, вон там ветки ты показываешь. Ну-ка, давай перевернемся. Понятно. То есть нужно делать вот так вот. И вот так вот сразу, да? Хм. Отлично, не разбились. Хорошо. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. А, ты, короче, просто на заднем фоне ты пугаешь и все это ничего не делаешь. Подожди, а здесь делаешь. Вот, что за чудеса-то такие, а? Офигеть просто. Как они додумались до таких уровней вообще? Опять танцульки. Дальше. Дальше. Понял. Следующее. Смысл-то понятен. С первого раза. Офигеть. Еще на какой-нибудь фигурке, просто на какой-нибудь фигурке встанем и все. Как обычно и бывает, да? Подожди, а этот-то там не может выйти? Ха. Так.
там не разобьешься, нет? Не разбился. Ага. Хорошо. Да ты издеваешься, что ли? Прикольно. Очень даже прикольно. А, еще одновременно нужно заходить. Вот ты вообще игра такая прикольная. Класс. Ну что, дорогие ребята, сегодня даже без затруднений все так как-то удачно сложилось у нас. Все три уровня пробежали довольно быстро. В общем-то, нигде не затыкались, не замолкали, не застревали. Вот так вот, прикольненько так. Новые уровни какие-то музыкальные, да, с прыжками. В общем, забавы, забавы. А что ж, большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всех вам благ, всего доброго. Пока-пока.